Так, ты поднимай ногу. Ногу мне поднимай, доску под ногу подкладывайте. О, да. Еще поднимаем, Матвей. Давай, 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 еще, под, туда суй. Ну не знаю, как-нибудь. Теперь бери веревку и обматывай вокруг доски и ногу. Кого-нибудь позовите на помощь, быстрее. Скажи, папа ногу сломал. Давайте быстрей. Они сейчас пойдут звать, реально, ребята. Быстрее давайте. Короче, все, я вылажу, короче, с доски, пойду признаваться. Привет всем, меня зовут Серега Литвин, я многодетный отец 5 детей. У меня 4 сына и дочка. Сегодня я хочу провести небольшой эксперимент, как дети отнесутся к экстренным ситуациям, если я сломаю ногу. Сзади меня стоит шалаш на дереве. Я хочу сейчас привести ребятишек сюда, то есть прийти домой, сказать: ребятишки, я сейчас был на речке, да, и нашел шалаш на дереве, пойдемте посмотрим. В общем, ребятишек я приведу сюда. У меня для этого есть, чтобы наложить на ногу шину, веревка, я ее там брошу потом. То есть я полезу по этому дереву посмотреть, что там есть, и упаду куда-то вот сюда. Якобы сломаю ногу себе и буду просить детей, чтобы они мне наложили шину на ногу. Я посмотрю, просто хочу посмотреть реакцию их, что они будут, как они будут себя вести, что они будут делать. Ну, конечно, я буду подсказывать, потому что они маленькие, еще путем ничего не соображают. Вот, но я думаю, эксперимент удастся на ура, и нас YouTube пропустит в рекомендации, и мы попадем в топ. Ну что, ребят, давайте сейчас раскидаем все вот эти вот принадлежности и пойдем за ребятишками. Я думаю, многим родителям этот эксперимент будет в пользу. Вы покажете своим детям несовершеннолетним, как маленькие дети от 4 до 8 лет помогают отцу подняться в экстренной ситуации. Я упал, у меня сломалась нога, у меня перелом. Здесь у меня будет в коленке, вот тут приклеен лейкопластырем шарик с красной краской. Маленечко сделаем ассоциации крови. Вот, чтобы как было более эффективно. Я попробую отыграть. Как не спалиться, не смеяться, что ли. Но я думаю, все получится. Поставьте, ребят, лайкос. Ну а мы погнали. Давайте, поддержите. А еще я дам ребенку своему телефон. У меня будет там записана скорая. Но, конечно, я в скорую звонить не будем. Мы позвоним нашей знакомой. Они ее путем голос не знают, но ребенок будет звонить якобы в скорую и объяснять ситуацию, что тут произошло, где я, как я, в каком состоянии, что они мне как бы сделали, ну, как бы, что, какую помощь оказали, первую медицинскую. Катюха, смотри, короче, сможешь меня выручить? Смотри, через 1.5 часа тебе позвонит либо Артем, либо Руслан. Короче, мы проводим социальный эксперимент. Я, короче, на протоке сломал ногу. Он звонит в скорую, ты спрашиваешь, что случилось, что вы там первую помощь оказали. Они мне будут, получается, шину на ногу накладывать. Я их, короче, хочу пранкануть. Ты сделай, пожалуйста, как будто сотрудник скорой помощи. Хорошо. Сможешь? А что мне говорить-то надо?
Ну, блин, спроси просто, скажи, что случилось. Ну, скажи, скорая Минусинск, здравствуйте. Он тебе, скажи, что у вас случилось. Он тебе начнет объяснять, что папа-то мой полез на дерево, упал, ногу сломал. Ты спрашиваешь, что типа вы ему там, ну, первую какую помощь оказали. Он тебе будет объяснять там, ну, что сделал, как это. Местоположение, скажи, ваше, где вы находитесь. Ну, короче, все расспросишь. Ладно? Все, давай, короче. Да, я тебе на номер телефона позвоню, хорошо? Хорошо. Все, Катюха, давай, топовый ролик получится. Давай. Все, ребята, конкретно, короче, договорились вообще. Главное, чтобы она не подставила, когда он будет звонить. Все, пошли, короче, за пацанами. Так, ну что, ребята, я подхожу к дому. Вот уже дома, сейчас буду звать скоро их. О, Тёма, поздоровайся. Всем привет. Руся! Блин, что их ждет? Это вообще просто они не представляют. Я сам еще в палеве, ребят. Первый раз я такое снимать буду. Короче, ребят, сажей вот такой сделал синяк на ноге. А, ну, что типа вот тут вот это вот место было сломано. В общем, будет топ, обещаю. Погнали. Ребята, ну что, короче, пришло время их звать, говорить, куда мы идем. Руся, Тёма, Андрей, идите сюда. Короче, сейчас мы... Я вам хочу показать на протоке. Я нашел большое дерево, и на этом дереве стоит дом. Да. Я, короче, сейчас туда ходил, и вот, я хочу сейчас туда залезть, все это просмотреть, если все нормально, и вы туда тоже залезете. Ну что, идем? Да, да. Стопудово идем? Да, 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 да. Хотите дом этот посмотреть? Да, да. Все, ребята, мы отправляемся. Папа, я с тобой пойду, живет. Что ты говоришь, Руся? У меня тут дом стоит. Да? Там даже их два, там в двух местах два дома стоят. Короче, я вот зашел, я сходил туда, там офигенно просто. Так, пойдемте, я вам сейчас показывать буду. Вон он дом стоит. Блин, ребята, очкую, отвечаю. Не знаю, сейчас как-нибудь. Мне надо сейчас туда сначала попробовать залезть. А? Но... Что думаешь, что? Сейчас, короче, стой, сюда идите. Сейчас я полезу, посмотрю, что, короче, как там. А? Ну вот, мне и надо дверь найти, сейчас залезть. Нет, стой здесь, все здесь стойте, я полезу сейчас один. Так, все, я полез, телефон пускай здесь лежит. Все, лезу? Да. О, да еще с одной рукой так. Папа, как вы... Я не знаю, подожди. Сейчас я. О, хрустит тут все. Я не знаю. Нет. Да ну нафиг, я срываюсь. Нога.
Синяк уже. Руся, я ногу сломал. Чё, где? Я говорю, ногу сломал. Видишь, синяк? Жесть. Тёма, найди доску какую-нибудь, чтобы мне под ногу подложить. Давай, Руся, быстрее. Руся, ты какую-нибудь веревку найди. Да, пойдет, давай. Матвей, ищи веревку. Жесть. Давай, Андрей, быстрее. Фу. Ну там посмотри, может есть. Слышишь, Артем, с той стороны посмотри, иди. Блин. Еще и руку нафиг вывихнул. Веревку ищите. А? Давай. Что, смешно, что ли? А что это? Веревка это? Давай. Андрей, Матвей, иди сюда быстрее. Так, ты поднимай ногу. Ногу мне поднимай. Доску под ногу подкладывайте. Да. Еще поднимаем, Матвей. Давай. Еще. Туда суй. Ну, не знаю, как-нибудь. Теперь... Бери веревку и обматывай вокруг доски и ногу. Давайте помогу чуть-чуть. Давай. Андрей, что встали? Давай. Тёма, мотай. Я поднимаю. Руся, помогай. Жесть. Я нахрен оттуда полез вообще. Заматывай. Давай, Руся, помогай. Поднимай выше. Андрей, поднимай тоже, быстрее. Давайте, оперативно. Жесть. Давай, заматывайте. Все. Папа, зачем ты отсюда? Я не знаю. Телефон бери, сейчас скорую звонить будем. Тихо! Пап, ты что, куда один пойдешь? Куда? Будете помогать мне сейчас. Давай быстрее! Давай. Сейчас звоним. Рука, блин, болит, руку вывихнул. Тёма, ногу нормально положи на ногу. Тёма, скорая, на, говори, чё, как, где я? Алло. Ближе иди. Скорая помощь, здравствуйте, что у вас случилось? У нас папа ногу сломал, упал с дерева. Папа, ногу сломал, так. А где вы находитесь? Говори, на протоке. На протоке. На протоке. Так, а как вам лучше подъехать? Где? Смотри, дерево, домик на дереве, объясняй. На дереве домик такой, и он там. Скажи, что папе шину на ногу положили. Шину на ноги положите. Руси, дай телефон, он объяснит. Папе, шину на ноги положите. Шину. Чё, вот, скажи доску. Положили. Объясняй, что сделали. Доску положи и замотай. Крови нет, перелом закрытый.
Нет крови. Синяк. Синяк. Ногу, ну замотал, говори, ногу принесли. Андрей, Матвей поднимал ногу, ты доску ложил. Давай, говори. А Матвей поднимал ногу. Так, все ясно. Все, я отправляю машину. Все, давай. Спасибо. Молодцы. А, капец, короче, все, ребята, давайте мне помогайте как-то встать. Помогайте, папа, вставай. Заматывайте ногу. Ногу дальше мотайте. Давайте, 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 быстрее, быстрее, нога-то болит, сейчас скорая приедет. Давай, давай, мотай. Матвей, поднимай с Андреем ногу мне. Иди с той стороны. Давай. Андрей, доску поднимай, Матвей ногу поднимает, давай. Давайте, мотайте, мотайте. Во, подниз сейчас ногу, доску вот так подниз, во, сюда. Давай, давай, Тёма, тяни, перетягивай. Во, давайте, родные, давайте, давайте. Давай, давай, Тёма, сильнее затягивай. Во, молодец, давай. Уся, помогай, что стоишь? Оперативно надо работать. Все, давай. Так, идите там кого-нибудь, позовите на помощь, быстрее. Скажи, папа ногу сломал. Давайте быстрее. Они сейчас пойдут звать, реально, ребята. Быстрее, давайте! Короче, все. Я вылажу, короче, с доски. Пойду признаваться. Давай, 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 давай! Быстрее! Помогите, кричат. Руся, ты что, заплакал, что ли? Смотрите, смотрите, Руся заплакал. О, слезы. Смотри, Руся заплакал. А, красавчики. Идите сюда все. Ты что, поверил, что я ногу сломал? Да, видишь? Это не скорая, это Катя Жучкова была. А пошли туда. Давайте пять, красавчики. С меня сегодня торт. Офигенно. Фух, ребята, крутяк вообще получился. Шикарный ролик. Руся реально побежал, просто начинал плакать. А Руся кричал, помогите. Да. Но там. Чё Руся кричал? Не знаю, кто помогите. Помогите. Ребята, блин, спасибо вам большое за просмотр. Я старался, блин, первый социальный эксперимент мой. Спасибо вам огромное всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Многодетный отец Серега Литвин, Красноярский край. Руся, скажи, что ты чувствовал, когда я ногу сломал? Ты хотел мне помочь? Да. Сильно? Да. Ты поверил, что у меня нога сломана? Да. А когда ты побежал, ты сразу начал что делать? А? И кричать, да? А что кричал? Сказал, помогите. Помогите, папа ногу сломал, да? Ногу сломал. А, Андрей, ну и ты тоже, ты-то вообще заплакала. Ну давай, Руся, ты красавчик, молодец. Матвей, а ты когда, я когда упал с дерева, ты поверил, что папа ногу сломал? Не поверил? Или поверил? Почему? Ты думаешь, я тебя обманывал? Ну думаю.
Да? А почему помощь побежал звать, когда я тебя попросил? А? Какую помощь? В смысле, какую помощь? Ну, папа тебя попросил позвать на помощь, чтобы кто-то пришел, мне ногу помог, ну, подняться. Андрей, когда я ногу сломал, что ты чувствовал? Тебе было меня жалко? Да. А ты, когда пошел скорую звать, ты кричал «помогите»? Ну все, молодец, красавчик. Сегодня с меня вам торт. Молодец, что помог от души. Давай пять. Сильно только не бей, рука болит. Тёма, когда я упал с дерева и сказал, что я сломал ногу, ты поверил в это? Я да. Но ты от чистого сердца пытался помочь. Правильно. А вот скажи, когда я тебе сказал, Тёма, идите, зовите помощь, ты прям побежал реально звать, да? А ты поверил, что это скорая помощь, а не Катька Жучкова? Точно? Ладно, давай, пять, красавчик, торт сегодня куплю.